Подводим итоги матча «Форвард Северо-Запад». Минимальная победа синих со счетом 2-1. Василий Пимченко делится своими впечатлениями. Ну, впечатления какие? Две равные команды, считаю, играли. Отрадно, что обе команды играли в хороший футбол, ну, в комбинационный, то есть не было. Ну, то есть только по тактическим соображениям какие-то лонгболы были, а так в целом хороший футбол. Ну, мы оказались чуть удачливее, возможно. Оцени концовку, когда вроде у соперника моментов вообще не было, в итоге пропустили гол и еще там три хороших шанса было. Почему? Расслабились, что ли? Нет, просто чуть-чуть Юлий сначала нас затащил, а потом чуть-чуть подпривез. Он любит такие штуки вытворять, поэтому, ну, немножко от вратаря, конечно, пошло. Но в целом, конечно, он в конце реабилитировался сполна, поэтому... Ну, а так, да, конечно, этот гол не обязательно был, его подпустили вот. Ну, вообще, насколько важно присутствие Александра Елозы в составе форварда? Ну, у нас сегодня в целом лучший состав, чем был. То есть три человека вернулось, не только Елоза, и эти все они втроем для нас важны. Ну, конечно, Елоза, ну, он финишер лучший в нашей команде, может, один из лучших в лиге, поэтому, конечно, это здорово. Спасибо.